На этой пластинке, выпущенной более 70 лет назад, записана партия из оперы «Аида». Точный срок издания неизвестен. Сама запись сделана в 20-е годы прошлого века, а такая технология изготовления пластинок появилась в 50-х. Так когда же точно увидел свет пластиковый диск? Эту загадку сейчас решают сотрудники областной библиотеки. А раритетную пластинку представили на выставке «Винил». Самое главное, что несмотря на то, что даже если выяснится, что эти пластинки издания, что они 50-х или 60-х годов, они в прекрасном рабочем состоянии, их можно проигрывать или прослушать. И погрузиться именно как бы в представление того времени. В экспозиции пластинки из фонда библиотеки, в котором хранится более 6 тысяч таких записей. На выставке представлена лишь малая часть. Здесь размещены пластинки с 50-х до 90-х годов. На них эстрадные песни, выступления генсека Советского Союза Леонида Брежнева, записи Ивановского академического хора текстильщиков, а также неизменная классика рока «Queen», «Beatles», «Кино». Такая вот кладезь вдруг стала доступна всем, и разные слои населения реагируют. Например, совсем недавно пришла дама, которая сказала: «О, теперь я знаю, куда я подарю свои пластинки». Экспозиция будет регулярно обновляться. Выставка продлится до 31 декабря. Олег Зверев, Семен Безгинов, Григорий Плешаков. События.